Всем привет! В прошлом уроке мы с вами разговаривали о том, как делать горизонтальный вибрато. Сегодня же попробуем делать его как Steve Vai. По факту нам нужно будет просто скомбинировать вертикальное и горизонтальное. Сначала попробуйте делать это с небольшой амплитудой. Отклоняйте вниз. А потом как бы движение делайте такое, полукругом. И потом, соответственно, вы возвращаетесь в положение, но вы должны уже оказаться в крайней точке лада. Может быть, кто-то из вас скажет, а в чем разница между вот этим и этим? По мне, так возникает некий стереоэффект, как будто до этого было моно, а сейчас оно стало более широким. Поэтому пользуйтесь, обязательно используйте это в своей игре.